Итак, мы сделали наш блокнот юпитеровский. Вот он содержит кучу графики. Теперь бы нам его нужно в какой-нибудь вид перевести, чтобы можно было сделать отчет. Что у нас? У нас есть экспорт. Ну, куча вариантов. PDF, ну, получится, но вот этого не очень удобно вставлять. Что будет PDF? Кстати, посмотрим, что он будет делать. Что-то долго обсчитывает и так далее. Ага, ошибка. А, он PDF генерит посредством LaTeX. И наткнулся тут ну, в общем, какую-то ошибку нагенерил и не смог сгенерить. Мы можем сохранить в виде латеха, но, честно скажу, латех будет страшный. Давайте вот. Сохранили. Вот давайте сделаем папочку так и сохраним. Значит, бонус такого сохранения следующий. То, что у нас сохраняются все картиночки, вот они, и прописаны не в файле. Но давайте посмотрим на теховский файл. Но это страх Господень, работать с ним невозможно. Реально, это страшно. Значит, я предлагаю следующий вариант. Мы экспортируем ноутбук как Markdown. Вот мы делаем каталог Markdown. Zip файл можно удалить, не нужен. Вот у нас все эти картиночки. Ну, вот это мусор, который мы удалим. Ну, вот видите, это уже пристойно. Значит, мы можем работать напрямую с Markdown. Ну, так отчеты делать можно. Но предположим, что мы еще хотим дополнительно в тех перевести. Ну, для чего-то нам это понадобилось. Если мы... Ну, попробуем перегнать с помощью Pandoc в латех. Тех. Но крупноватый файл у нас не так быстро все делается. Получили наш теховский файл, но тоже не фонтан, страшненький. Какой выход? Есть фильтр Pandoc Minted. Он вот этот страх весь перегоняет в нормальный Minted. Вот у нас можно прямо на GitHub переходим. С GitHub скачиваем вот этот фильтр. Он старенький, видите, давно не менялся.
И пишем pandoc минус f вызов фильтра, наш файл минус o, ну, назовем его вот так вот один. Давайте подождем, когда он сделает. Ну, вообще, конечно, еще раз, для работы вполне достаточно маркдауна. Но если вы потом этот материал собираетесь использовать для чего-то более серьезного, скажем, верстать работу, книжку, диплом, то, конечно, лучше использовать тех. Но в этом мусор это убираем. Вот видите, у нас все в Minted появилось. Давайте сравним. Вот, видите, вот как выглядело при обычной обработке и как выглядит теперь. То есть вполне адекватный вид, теперь можно работать. Это результат подсчета, мы его удаляем. Теперь можно вполне работать с этим вариантом.